Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Ну что, пошли на тренировку. Заберем наш отряд, который зря простоял здесь. Который я чисто случайно, ребята, отправил. И на этот раз, да, отправляем то, что нужно для нас. Ежедневное испытание. Тыквоголовый идет в награду. Не буду, ребята, даже заморачиваться, потому что тыквоголовый у нас прокачан полностью. Так, что у нас тут? Бесплатно? Ага, бесплатно у нас идет терракотовый воин. Он у нас тоже полностью прокачан. Так, а на арене 18 слизней морпехов. И, ко всему прочему, выпадает то, что у меня есть. По-моему, вот только замок у меня не прокачан. Ага, ну что, в бой. Давай быстренько сейчас наваляем. Выберем с тобой самую простенькую команду. Ну, например, ну давай вот эту вот. Самую первую. Ну что, я буду выпускать, конечно же, фехтовальщика в первую очередь. Да и достаточно будет этого. Он просто сейчас один пойдет, тут всех перекромсает. Ну и, соответственно, замок тоже уничтожит. Это будет все на изи. Ну, можно еще Джиггернаута призвать так, просто. А что я жду? Тут надо просто ускоряться и все. Еще что-то там ждем, когда он дойдет. На ускорение и все, ребята. Ну что же, здесь мы выиграли, а нам надо переходить на основные задачи. Если я не ошибаюсь, это у нас, да, последняя территория, и будет у нас портал. Вот здесь мы с тобой тогда встряли, да, именно вот из-за этого слизня, да, ползуна. Ну что, будем его контрить, в принципе, можно так же, но можно еще даже лучше сделать. А будет ли это лучше? Ну, давай проверим. Так, щитобота, значит, мы выпускаем в первую очередь. Вот. Ничего он ему не сделает. Единственное, что нам нужно будет сейчас как можно быстрее вызвать паладина. Так, палыч. Так, палыча я вызвал. Ну, ты понял, да? Что у нас тут делает этот бородавочник несчастный? Вот, в принципе, и все. Раскромсали. Да ты заколебал, ну серьезно. Вы оглушите его, ну. Неужели такая проблема? Накостылять ему. Лично я никаких проблем в этом вообще не вижу. Слушай, по-моему, все, ребят. По-моему, здесь будет победа за нами. Даже если выйдет бородавочник. Ну что он сделает? Да ничего. Ну вот он бежит, разбегается. Толканул чуть-чуть. Мы их тут уничтожили. И добивка идет. Давай. Считай, всадник на журавле исправился один. А этот пошел довольный. Тин-тин. Все остановились, а этот пошел. Ему не имется, не стоится на месте, он побежал. Ну что же, отлично. Так, вот теперь я со спокойной душой перехожу на второй этап, выбирая ту же самую команду. Единственное, что, конечно, тут жаба с пушкой будет. Так, опять же выпускаем, потому что я не знаю, кого он там вызовет. Наверное, он будет вызывать сейчас... Ну, так оно и есть. Мощный, мощный, конечно, ребят, вот этот охламон. Тут уж ничего не попишешь, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это уже беда, ребят. В чем заключается проблема? Ну, взорвись ты! И пошел, главное! И пошел! Ты видел, что он сделал? Он побежал, ребят, короче, у него было немного здоровья. У бородавочника. После того, как взорвался мой зомби-камикадзе. И он в токсичной луже просто... сдох. Просто в токсичной луже. Это, конечно, было круто. Ну, как ты понимаешь, здесь уже все тоже. Никаких шансов у них на спасение нету. Мы уже замок бомбим. Изи. Как-то так. Ну что же, а мы переходим на третий этап. И на третьем этапе у нас уже... Ага, прибавляется воблер. Ну, если честно сказать, то воблер... Воблер здесь, наверное, будет один из самых противных юнитов.
Потому что он уничтожает и воздушные цели, как мы знаем. Он, конечно, сам по себе ватный. То есть он довольно быстро разбирается, но он действует на дистанции. Причем у него массовая атака. Он бросает свои батаранги эти. Оу. Слушай, но щитобот выдерживает удар. Блин. Так, интересно, сейчас взорвется. Ну. Бамс. Вот это было круто. Вот этим мне и нравится наш зомби. То, что он заходит туда. И просто всех, кто там стоит, уничтожает. Ага. Воблер не успел тут своими батарангами помахать. Поэтому мы его тут раскусили. А вот паладина у меня что-то уж больно быстро уничтожили, если честно. Вообще как-то моментально. Вот. Нет, он не успел. Этот воблер не успел уничтожить мне моего всадника на журавле. Хотя он там пытался, у него очень мало здоровья осталось. Все. Здесь тоже мы его уничтожили. Слушай, ну очень хорошо идем. Продвижение просто великолепное. Четвертый этап здесь. Ну, здесь всего лишь добавляется танк. Но танк довольно серьезный. Это жаба с молотом. Почему не все юниты называются жабами? Тихо, тихо, тихо. Ты куда, родной, разогнался ты? Блин, знаешь, что я хочу? Я бы хотел бы Я бы хотел бы вызвать друидку, на самом деле. Да ты заколебал, а? Если бы у нас вышла бы друидка, было бы все очень даже великолепно. Почему? Потому что, ну, минимальные затраты были бы. Так, хорошо, что этот не побежал. В зомби просто, просто на изи всех рвет. Так. Есть. Этого уничтожьте, пожалуйста, заморозчика. Нормально. Слушай, я, наверное, сейчас вызову друидку. Я думаю, что ничего страшного от этого не случится. Да что такое горло-то, ё-моё. Как, знаешь, комок как вот стоит, мешает мне говорить. Так, сейчас, секундочку. Вон, друидушка у меня уже вышла. Может быть, конечно, она уже здесь и не нужна. Ну, чтобы повыпендриваться. Призвали мы ее. О, еще и ускорение дали. Ну вот и все. Фига там тотемов. Три тотема желтых. Синий, красный и зеленый тотем. Обалдеть. Ну что, последний у нас этап. Как ты понимаешь, здесь у нас ожидается Босяцкий. Босяцкий, как его звать-то? Какой служитель тьмы? Смотритель, конечно же, это же смотритель. Это смотритель собственной персоны. Так, вышел, да? Ну ладно, давай. Мак-рыцарь, по идее, должен быть сильнее этой жабы с молотом. Так, я вызываю еще чумную. Эй, Ронин, Ронин, Ронин. Такс, хорошо, пока идет все нормально, ребят. Скороходы выполнили мы квест. Чумная просто заплевала. Ну, вышел, ребята, вышел. Мы заплюем его. Ай, лопух. Просто, друзья мои, лопух. Мои чумные его заплевали. Помимо этого, он еще в кислоте там немножко сварился. Замечательно. Так, ну что, мы переходим с тобой на следующий портал. Так, здесь нам выпадает... Это все у нас прокачано. А здесь... Вот бог ветра, это хорошо. Вуджен прокачан. И замок у нас прокачан. Ну что же, 210-й портал, друзья мои, нас встречает территория нежити, Нефритовая долина.
Дальше у нас идет территория захватчиков. Опять же, долина нежити. Не забывай, что их две штуки у нас. Ну, тут долина подданных. В общем, две повторяются у нас территории нежитей. Это не очень хорошо, если честно. Но, тем не менее, давай попробуем разобрать их. Так, в первую очередь выпускаем, само собой, нашего щитобота. У него зомби... Да бумкнись ты! Просто все в мясо разнеслись. Так, надо вызывать паладина. Ну куда ты, куда ты? Допустим. Давай, наверное, тогда сделаем так. Он вообще, ребята, жесткий, конечно, этот зомби-камикадзе. Тут уже ничего не попишешь. Нормально. Видишь, как он всадника моего на журавле уничтожил, да? Он взрывом его, к сожалению, уничтожает. Давай, 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 проходим. Вот специально выжидает, да, время? Ну, замок мы в любом случае уничтожим. Да, тут ему, конечно, сопротивляться было бесполезно. Ну и переходим тогда на следующий поединок. Это у нас получается второй. Энергии здесь, к сожалению, уже нету. И выберем, наверное... Подожди-ка. Погоди. Ну вот этот отряд, наверное, придется использовать. Ну что, самурая отправляем, да, в первую очередь? Нет, давай так сделаем. Ползун очень быстрый. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Когтистый, тебя вот тут только, блин, не хватало нам. Только когтистых нам тут и не хватало. Вот это хорошее, ребят, подспорье. Ниндзя молодец. Успел увернуться от смерти. И все, ребят. Хана замку. Да, все-таки ниндзя довольно неплохо. У них не очень дальняя, короче, атака. В отличие, например, от той же самой баллисты. Но она очень сильная. И быстрая. Самое главное, что быстрая. Ну что там? Кто там сейчас будет? Ну что, по старой схеме. Успеем мы вызвать. Блин, я успел, ребят, но... Ауч. Проблема здесь в другом. Фух. Не успел он подойти. Так, это квашня идет. Она даже не успела крикнуть, прикинь. Квашня это. Я про банши говорю в данный момент. Хотела там свой рот открыть, но, как видишь, не успела. Ну, я думаю, что ты понимаешь, что здесь победа опять же за нами. То есть вот эти корни очень хорошо бомбят. Мало того, что не замедляет врага. Так, еще помимо этого очень классно бомбят. Так, а вот здесь немножко похуже будет, потому что здесь прибавляется прыгун. Так, придется прыгуна нам. Блин, ну как-то надо его контрить. Вот он идет. Естественно, естественно, друзья мои, вызывать будем терракотового воина. Подожди. Дай-дай-дай-дай уничтожить этого. Все. Опять же попрошу не забывать, что он будет периодически выпускать. Выпустил, да? Выпустил, но сам понимаешь, куда он попал. Со своим этим охламоном.
У него что-то прыгун сегодня не в настроении, ты заметил? Уже который раз просто так выпрыгивает. Так, ага, когтистый зашел, смотри, сколько он урона получает. Не успел, не успел, не хватило этих мощей пробить на ульте нашего терракотового воина. Давай, 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 давай. Ах, ты подловил ниндзю мою все-таки своей черепушкой. Когтистый черепушку просто сбрасывает, и из-за этого и погибла моя ниндзя. Так, ну что, двигаемся дальше. Ох, уже так быстро. Ничего себе, ребят, мы с вами проходим просто на изи, на ускорении. Такой чувак, такое впечатление, что вот он кого-то хотел вылезти откуда, да? Откуда-то из-под земли, наверное. И так и не успел. Так и остался в такой позе своей. Так, ну что я тебе могу порекомендовать? Наверное, здесь сделаем вот так вот для начала. Плюс чумнуха. Тут уж даже не сомневаемся. Отражение. Да блин, ты бы шел бы лучше бы вот туда бы плевать. Очень много урона наносит. Очень много урона наносит. Ага. Разогнался парнишка. Не тут-то было. Ронин, Ронин, давай добивку. Тыбич. Шикарно. Босяцкий даже не успел, ребята, выйти. Просто не успел. Ну, давай мне сундук. Посмотрим, что у тебя здесь. Банши, прыгун. Ну и на замок дали нам карты. Так, ребят, следующая территория нефритовая. Оу, тигр плюс копейщик. Это сразу же, да, тигр копейщик. Ладно. Попробуем. Ну что, здесь, наверное, нам придется сделать вот так вот для начала. А дальше? А дальше, само собой, нам придется вызывать здесь терракошу. Терракоша? Ну, я тебе скажу, что тигр, он даже терракошу, ребята, очень быстро разбирает. Как бы ни странно это казалось бы, но это факт. Он очень быстро его разбирает. Вот корни нам здесь очень хорошо помогут. Даже заморозка. Все идет за нас, как говорится, здесь. Ух, смотри-ка, что у нас получается. Очень хорошо получается. Так, и добиваем. Давай, 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 давай. Последние усилия, все. Слушай, ну смачно получилось. Сочно, да? Расквасили. Здесь храмовый пес. Ну, этот любитель пошугать, короче, наших юнитов, наших бойцов. Он, особенно самураев, почему-то очень любит пугать. Ну, куда ты лезешь-то, а? Лезет он. Давай возьмем ниндзю тогда уже. Ниндзя быстренько их тут запинает. И, конечно же, нашего тыракутового бойца. Тигр там бомбит. Ау, не вовремя я вызвал ниндзю. Не вовремя, ребят. Подставил, да, так скажем. Вот это хорошо. Обожаю, когда он вот этот начинает рубку делать. Ну что, давай вызовем, наверное, еще раз корни. Вызываем корни и, наверное, ниндзю позовем. Вместе с нашим слизняком. Расчехлили. Ну что же, погнали далее тогда. Блин, знаешь, в чем проблема? У нас закончилась энергия на этом отряде.
На этом отряде у нас закончилась энергия. А на этом... Ой, Ронин, ё-моё, ребята. А что будем делать? Знаете, в чем проблема? Что мне даже... мне даже некого противопоставить Ронину. Но есть только тоже Ронина. Блин, как я ненавижу вот это вот, а? Если бы вы только знали бы. Мой, ребятушки, был красавчиком, а? Вот это я понимаю. Но радоваться-то еще рано. Я же знаю, что он сейчас вызовет еще. Да, 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 так оно и будет происходить. Получил свое? Хлыщ. Все, тут мы выиграли. Даже карточку на Ронина получили. Ну, а дальше-то будет только хуже. А, здесь Ронина нету. Ну и шикарно. Ну и шикарно, ребята. Возьмем тогда вот этот отряд. Единственное, конечно, да. Тигр. Тигр будет бесявым. То есть баллисту будет уничтожать, да, получается? Угу. А он будет уничтожать. Пока терпим. Он никого не вызывает. Ну и... Блин, вызвал. Так, ладно, Джиггернаута позовем. И тогда, блин, баллисту. Давай баллисту возьмем. Потому что там уже, я смотрю, ниндзя подходит. Сейчас мы еще и клетку киданем туда. Оп. Вот про это я и говорил, ребят. Смотри, что они там делают, ребят. Ага. Так, это удалось все-таки избежать. Дай энергию мне. Заморозка. Смотри, как заморозилась. Опа. Чудилы несчастные. Грифа, ну. Да иди ты, а. Ну и правильно. Всех наказали. Дай-ка я, наверное, вызову этого. Давай, жнец, ё-моё. Они просто никто не успел добежать. Баллиста всех запинала там. И это круто. Это очень круто. Армия нежити тут. Ну, пока не армия, один зомби всего лишь. Но этого достаточно было. Да, справился. Но опять же, ребят, повторю, не было Ронина. У врага. А вот здесь он уже есть. Но здесь в любом случае нам придется брать этот отряд. Тут уже, как говорится, смекалка и скорость. Кто быстрее, того и тапки. Поэтому я начинаю с Ронина. А Ронин-то у меня обделался, ребята. Именно из-за этого. Ну куда ты, блин, чешешь, а? Через отражение погиб. Значит, ульту пока тратить я не намерен. Ронин, наконец-то выбежал. Ну что, вдупляем? Вот тебе и весь итог. Вот тебе и весь итог. Смотри, сейчас как будет красиво. На! Выбежал Ронин. Молодец. Красавчик. Слушай, ну довольно легко разобраться. А будут проблемы, думал, будут сначала с Ронином. Но нет. Как видишь, все пошло в аккурат. Ну что, вот у нас и... Это, территория захватчиков. Территория захватчиков, значит, здесь Уфо. Плюс этот... С молотом, жаба, короче. Ну что же. Это для начала. Даже если он вдруг похитит. А он похитил, да?
Он похитил все-таки. Расклеповка идет. На тебе. Он опять за свое. Он опять за свое, этот ворюга несчастный. Как он меня запарил, а? Этот уфо. Просто ворует бездушно. Но я думаю, что это ему не поможет. Сейчас мы все-таки замок уничтожим. Да. Но то, что он ворует, это, конечно, очень бесит. Особенно таких дорогих юнитов, когда он тырит. Так, то же самое. Плюс еще только прибавляется здесь воблер. Нет, ну тут можно, в принципе, спокойно вызывать баллисту. Тут же нету никого такого, чтобы мог наносить урон по мне. Супер ульты нету. Нету, по-моему. Ну давай сделаем так. Блин, ну ты-то куда еще прешь, а? Ё-моё, он его... Да иди ты! Джаггер, 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 срочно! Не понял я, а кто там... Что произошло вообще? Пришелец не успел, что ли, что-то сделать? И что произошло? Не совсем понял, что там вышло. Смотри, смотри, смотри. Прикинь, глюканула игруха. Пришелец его не успел переманить на свою сторону, и он там вышел. Нормально он. По воздуху наяривает. Отлично. Прошли. Так, ну что, у нас третий этап. Слизень морпех плюс жаба с молотом. Ну, здесь, я думаю, тоже ничего страшного не будет. Самый здесь противный — это уфо, который тырит у нас юнитов. И все, ребят. Он, да, противный поганец. Ну, и главное, что его не подбить-то так быстро, как хотелось бы, понимаешь? Хочется вроде бы как бы уничтожить быстренько, а не получается. Нет. Молодец, красавчик. Блин, долго. Ниндзя бы с ним, конечно, бы намного быстрее бы разобралась. Это я тебе точно говорю. Нормально. Вот здесь сейчас было хорошо сработано. Баллиста застанила и грифа уничтожила этого уфо. Это было классно. Ну. Запинали. Так, и добивка по базе. Все, друзья. Вообще шикарно. Шикарно здесь отыграли. Мне понравилось. Так, ну что, у нас четвертый этап. Блин, тут энергии нету. Вот, вот здесь еще есть. У нас последняя энергия, друзья. У нас всего лишь один кусочек энергии остался. Блин. Плохо? Куда ты? Куда ты лезешь, парень? Что за выкрутасы, я не понял. Блин, он же сейчас уфо позовет. Позвал, уже позвал, ребят, уже позвал. Чуть-чуть таким быстро лучами. В общем, я тебе сразу говорю, здесь победа за нами. Вообще на изи. И получается, что все, друзья, энергии у нас больше, к сожалению, нету. Закончилась она. Ну, тогда мы и будем заканчивать сегодняшнюю игру. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.